крутилась радуга. О, Зорик, а почему ты нарисовал радугу? Ведь у нас как бы Новый год впереди. Там это, подожди, зима, вот я тебе объясняю, ты радугу нарисовал. Радуга обычно бывает, наверное, осенью, весной, летом. О, а знаешь почему? Потому что у меня веселое новогоднее настроение. И выразить свое новогоднее настроение я решил яркой радугой. А, ты хочешь сказать, у тебя радужное настроение? Да, да. Ого, ребята, смотрите, вот это Зорик молодец. О, кстати, Зорик, да. А ты знаешь, из каких цветов состоит радуга? Да. Ну, вот и скажи мне. Вот. Красный. Да. Дальше. Оранжевый. Дальше. Желтый. Дальше. Зеленый. Молодец, дальше. Голубой. Молодец. Дальше. Синий. И фиолетовый. Вот это да! Ты все цвета знаешь? Да. Молодец, Зорик. А ты знаешь, как вообще радуга расшифровывается по цветам? А вы, ребята, знаете? Вот этого я не знаю. Как? Вот, смотри. Вот у тебя красный цвет. А это значит... Слово «каждый». Дальше «оранжевый». «Охотник». «Желтый». «Желает». «Зеленый». «Каждый». «Каждый охотник желает знать». «Голубой». «Где». 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 «Каждый охотник желает знать». «Где». «Синий». «Синий». «Ребята». «Синий». «Где». Сидит, синий сидит. Сидит. Каждый охотник желает знать, где сидит кто? Зорик. Зорик? А цвет же фиолетовый. Цвет фиолетовый? А, фазан! Фазан! Вот давай еще раз. Ребята, повторяем вместе. Повторяем. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот это да, и можно запомнить и уже знать, какие цвета. Вот, ребята, мы сегодня с вами расшифровали радугу. Вот, 7 цветов радуги, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Расшифровывается, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот такое у нас новогоднее, тире, радужное настроение. Да-да-да. А теперь давай смотреть. Давай. Капуза, ты где? Смотри. Каркуса, каркуса. Вот так.